Как и после. И это тоже. К сожалению, как видите, я ухожу к комиссару. В вашем распоряжении, скажем, 10 минут. 10 минут. Расценивайте это как привилегию. Многим своим посетителям я уделяю не более 5. Но ваше упорство заслуживает награды. Вы случайно не вооружены? Мне сказали, что вы нечто вроде рыцаря добра. Вам нравится биться с драконом. Но, извините, комиссар, должность, которую фактически занимаю я, это зло. Вы рассчитывали справиться со мной с помощью этого? Смотрите на это великолепие. Похоже ли это на дом бандита? Я коллекционер. А это... коллекция того, что я ценю больше. Коллекция душ. Вот тут внутри крупный промышленник. Здесь высокий государственный чиновник. Это один из крупнейших банкиров Европы. Это министр. Я коллекционирую их наследственные недуги, их пороки, их тайны, чтобы шантажировать их. Шантажировать их? Нет, комиссар. В нашей среде шантажа нет. Есть лишь соглашение, обмен товаром, например. Этой секретной информацией. Для демократии коррупция в точности то же самое, что смазка для мотора. У нее тошнотворный запах, она грязная, но без нее не обойтись. Но теперь вашему делу конец. То есть? Сообщу вам несколько фактов. Тано Кариди арестован. Сенатор Салимбени должен будет отвечать перед парламентом. И это дело с международным страхованием рухнуло. Скоро задержат и ваш поезд. Вы проиграли, Эспиноса. Это все. Да, я верю в себя. Думаю, этого хватит. Значит, удалось сунуть палки в колеса. Браво, примите мои поздравления. Но вы ошибаетесь. Да, вы ошибаетесь. Комиссар, я вовсе не проиграл. И хотите знать почему? Потому что те, кто командует и решает, они со мной. Этот поезд был лишь первым из длинного ряда, за ним пойдут другие. Потому что все заодно. Весь мир. То, что задумано, необходимо правительствам многих стран. И мы осуществим это. Кто это мы? Мы, те, кто приказывает. Мы, те, кто стоит над всем. В конечном счете и над теми законами со всеми их статьями, которые вы так рьяно защищаете. Знаете, комиссар, такие люди, как я, немного схожи. С художниками, что умеют создавать шедевры, сочетая разные материалы. Глину с алмазами, золото с медью, серый камень с палитрой красок. Вы понимаете? Я занимаюсь лишь сбором. Крупные финансисты, крупные преступники, государственные чиновники, все вместе. Это власть. Ваше время кончилось, комиссар.
В самом деле кончилось. Во всех смыслах этого слова. Вы прикажете убить меня? Нет. Не сейчас. Не здесь. И не я. Кто тогда? Все в свое время. Вы человек умный, комиссар. Вы понимаете это, не так ли? Теперь вы знаете слишком много. Это конечная станция. Вам не позволят сделать больше ни шага. Эспиноса! Помните, куда бы вы ни пошли, я последую за вами. Я не отстану от вас. Прощайте, комиссар. По заслугам и честь.